за аплодисменты. У вас очень хороший вкус. Вкус хороший хотя бы потому, что мы сегодня, вот здесь все сегодня собрались. Я очень счастливый человек, необыкновенно счастливый, но от природы мне везет, потому что я знакомлюсь со счастливыми людьми, с удивительными людьми. Я сегодня познакомился с людьми, которые смогли отстоять ипподром, смогли отстоять эту культуру скачек. Это настолько приятно, еще приятно то, что сбываются мечты, потому что, говорят, человек без мечты, как собака без крыльев. Я много лет стремился, я хотел попасть на ипподром, но как-то складывались обстоятельства, не получалось. Я знаю очень хорошую историю, она мне очень нравится, когда русский, украинец и эстонец поймали золотую рыбку, и рыбка говорит: быстро загадывайте мне три желания, отпускайте меня. Русский говорит: сделай мне дом богатый, машину дорогую и женщину самую красивую. Украинец говорит: зроби мені хатинку, щоб у дворі скотинка паслась і жінка була гарна. Естонец говорит: сделай так, щоб я мог правой рукой делать вот так. А левой рукой еще вот так. И головой вот так. Ну, рыбка сделала, они через год встречаются, русский говорит: дом обокрали, машину угнали, женщина ушла. Украинец говорит: хатинка сгорела, скотинка подохла, жінка сгибла. Естонец говорит: да, я тоже фигню загадал. Вот, но я загадывал попасть на ипподром, я на него попал. Я сегодня опять же счастлив видеть столько счастливых детских и взрослых лиц, участвовать в этой замечательной программе, где замечательные фан-зоны, где пахнет шашлыком, где люди приходят просто отдохнуть, посмотреть на красивых лошадок. У меня к вам предложение ко всем. Выставляйте все это в Фейсбуке, в Инстаграме, привлекайте внимание к нашему ипподрому, потому что нужно защитить этот замечательный оазис и культуры, и нашего города. И, ну, просто это чудовищно видеть вот это вот сзади, на заднем плане. И я не знаю, у кого поднимается рука на то, чтобы украсть свой визит от счастья. Я хочу всем пожелать быть здоровыми, самое главное. Быть счастливыми при любой возможности. И пусть они не дождутся. И ипподром быть, он есть и будет наш. Ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое, Ларис. Ну, я так понимаю, вы будете уже присоединяться ко всем остальным и обязательно попробуйте сегодня то, что...